Актуальные проблемы профессионального развития педагогов – это то, о чем говорили слушатели курсов Национального центра повышения квалификации «Орлеу» с коллегами из Украины. Встреча проходила в онлайн-формате. В этом зале проходит интерактивная встреча. На связи онлайн педагоги Северо-Казахстанского центра повышения квалификации «Орлеу» и их коллеги из Украины. Опыт сотрудничества большой. Дело в том, что между нашим североказахстанским филиалом Национального центра повышения квалификации «Орлеу» и Запорожским институтом последипломного образования заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого заключенного соглашения уже проведен ряд совместных мероприятий. Это совместная организация проведения международных конференций, интернет-форумов и вот сегодня это круглый стол. На встрече сегодня говорят об актуальных проблемах профессионального развития педагогов. Преподаватель должен не только повышать квалификацию раз в 5 лет, но и на протяжении всего этого времени самосовершенствоваться. Поэтому на повестке дня 3 вопроса. Первый вопрос связан с тем, так какие же формы, методы профессионального саморазвития педагогов используют украинская система повышения квалификации и наша национальная система повышения квалификации. Здесь мы говорим о том, что практикуется в работе нашего института. Это стажировки, публичная защита проектов и многое другое. Еще один важный вопрос – внедрение современных цифровых устройств в систему образования слушателей курсов, так называемое смарт-обучение с применением планшетных ПК и других мобильных гаджетов. Все это позволит ускорить процесс обучения, не теряя качества. Здесь же обсудили курсовую подготовку преподавателей, индивидуальную для каждого педагога. Денис Севков, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.